Слушайте, много с мужем работаем, стараемся, большая семья. Когда будет улучшение? Когда будет любовь, тогда будет улучшение. Любовь это когда не любовь, это когда тепло в груди. Смотрите на мужа, гладите его, говорите: ты хороший, ты мой зайчик, я тебя люблю. Потому что если к нему течет любовь, к нему текут деньги. То же самое и он любит детей, говорит: вы мои зайчики, вы мои пупсики. Большая семья – это сумасшедший генератор для появления материального благополучия. Играйте с детьми, любите детей, любите их как мужа. Относитесь к мужу хорошо, гладьте мужа, говорите: ты мое солнышко, обожаю тебя. Старайтесь ему угодить, там какой-нибудь там тортик или еще что-то. Вот как моя жена, она как птичка возле меня. Знаете, вот более хорошего человека найти в жизни сложно. Что теща, что жена, что дети. И я в свою очередь тоже. Почему? Потому что если я проявляю любовь к своей жене, если я проявляю любовь к своей теще и к своим детям, то тогда я проявляю это к себе. И чем больше к ним любовь, тем больше ко мне текут деньги.